где генератор, блин? Кто там? Кто базарит-то? Почему? Я не боюсь смерти. Я вообще ничего не боюсь. Больше не боюсь. Кто мы-то? Чего? Два бензонасосов и центральный выключатель. Чем мне еще искать бензонасосы? Кто там идет? О! Трупешники! Нормально, блин. Батарейка села. Так, это отсюда я пришел. Так, здесь, по-моему, закрыто. Закрыто. Ну что, возвращаться надо, что? Не понял. А, вот. Что ты долбишь-то, блин? Так, один бензонасос, да, включен. Ой, блин. Что за придурок? А нас нету, а нас нету. Мамочки. Мамочки. Валим, валим. О, шкафчик спрятались. Вон он, гад! Пошел вон! О, вроде ушел. Ушел? Да. А! Че да-то, блин? Че за дурак-то? Иди нафиг! Ты придурок, что ли? Иди нафиг! Так нечестно. Тоже ушел. Скотина, говнюк. И там. Так, ну это мы уже поняли, да? Батареек чё нет, что ли? А чё, у меня батареек нету? Ё-моё. Что, просрал все батарейки? И как мне сейчас идти? Кто? Я снижу, нифига. Заткнись. Зашибу. Я не боюсь смерти. Зашибешь, зашибешь. Я ничего не боюсь. Больше не боюсь. А, это я отсюда пошел. Вон. Нет, сейчас без батареек вообще крутяк лазит. Сначала подойди к этому, что ли?
Давай подойдем. Пошли. Бежать надо было, бежать. Куда бежать-то? Блин. Ни хрена не видно. Ты как тут висишь-то? Батареек нету что? А, во, F надо нажать. Во, блин. Вот дебил, блин. Ну дебил. Не видно, ничего не видно. Сам, блин, не включил. Здесь где-то батарейка была, вот она. Так, это мы сейчас быстренько включаем. Валим. Беги, он же бегать умеет. Давай, 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 давай. Там пока ломится, чувак. Забегаем. Включаем второй. Валим. Вон он вышел. Так, он вышел, пошел. Оба-на, назад. Куда ты идешь-то, придурок? Вон свет. Я вижу свет в конце тоннеля. Ла-ла-ла-ла-ла. Дай-ка я... Бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. А куда бежать? Куда бежать? Я не вижу. Ой, тут тупик. А! Тут тупик, тупик. На-на-на-на. Куда бежать? Та-ра-ра-ра-ра. Эй, помогите, люди добрые. Да иди ты нахер, дурак. Куда бежать-то? О, сюда, наверное. Бежим, бежим, бежим. А тут что? А! Да пошел ты в жопу. Ну, короче, он дебил. Камера, значит, работает. Это я просто не включил ее. Кто там? Вот теперь камеру включаем. Кто там? Это не твое дело. Почему? Я не боюсь тебя. Так, это мы поняли. Так. Камеру. Так, здесь все видно. Так, сюда. Только кровать надо найти. Кровать. Срочно надо кровать. А, вот она, кровать. А при чём здесь кровать? Он сейчас сюда не пойдет. Или пойдет? Ну, а, блин. Во. Вы что, сидели под кроватью? В полной темноте? Как дурак буду сейчас под кроватью сидеть. А-а-а. Ты меня тут не увидишь, мне сказали. Так что я могу шевелиться, ползать. А он уйдет хоть? А, вон он. Видать, отбрасывай на небеса. Так он пошел ко второму этому, а им нечего делать теперь. Сидеть под кроватью, что ли, до утра? Где этот придурок? Теперь чё? Козлина! Козлина! А здесь мне долго сидеть? Лошара!
Мне-то подсказали. Спрятался я. Долго сидеть? Ушел? Ну скажет, ушел, нет? Давай кусок! Блин. Он там стоит. Куда пошел-то? Где он, Свет? Где он? Где скотина? Кто это? Да нету никого. Ты что так хлопаешь-то, блин? Под кровать заныкаться. Нет никого. Вылазь. Мне надо теперь где-то рычаг найти. Ни одна. Здесь тупик. Во, рубильник, наверное, вот этот. Ну, не работает. Что, дальше что-то есть? Вот этот, наверное. Эй, что включать-то? Так, оттуда мы пришли. Отсюда пришли. Столько автоматов, блин, никакой нельзя включить. О, сколько автоматов. А где светло, нет? Нет. О, вот мы и нашли рубильник. Включай. Где свет? Где свет-то? Шкафчик вижу. Так, если чем, здесь спрятаться можно. Привет! О, иди нахер! Мамочки! Иди в жопу! Нельзя меня убивать сейчас! Я почти убежал. Давай, да прыгай ты, говно. Беги куда-нибудь. Собака закрыта. Закрой дверь. Мамочки. Присесть.
Чё? Не догнал? Слабак. И у меня батарейка садится. Упырь! Как мне отсюда выбраться-то теперь? Мамочки, сейчас батарейка вырубится и все. И все. Так, мы оказались опять в этом. Так, это мы, значит, сделали. Теперь что надо? Понятно, теперь обратно туда идти. Ну вот, а я дорогу уже не помню. А, это мы отсюда пришли. Ну чё так темно-то? Так. А, здесь тупик. Оба-на. Ё-моё. Иди в жопу. Так, теперь мне в подвал надо. Вон он пошел. А нам сюда, наверное? Нет? А, там мы были. Это за ним идти. Там кыш-кыш-кыш, блин. Кыш-кыш-кыш. Вот так вот я, классно. И сюда, давай, 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 чувак. Не оглядывайся, давай, беги. Давай, давай. Мамочки. Наверх, наверх. Там люди, 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 я видел там двух живых. Мамочки. Где выход? Собака. Собака, собака, собака. Ура! Свобода! Тыра-тыра-тыра! Так, кто-то где-то булькает. Че, сюда идет? Это у меня ботинки полны. Ха-ха! Так, где мы не были еще? А, в комнате секьюрити в этом, блин. Мы ж там сидели, этот козлина, выключил свет. Сейчас. Чё, не ожидал, да? Работаем дальше. Ну, начинает. Прости, мой сын. Я не хотел с тобой так поступить. Но тебе пока нельзя уходить. Ты еще много чего не увидел. Узришь ли ты? Сможешь ли? Истина владыки нашего Вальридера врывается в неверующих. Лишь истина выведет тебя отсюда. Яви свою сущую правду, и все двери откроются перед тобой. Вот мы и проснулись.
хоть камеру оставили. Добрые люди. О, больно! Слишком много голосов. Они следят за мной. Никакого сна. Назад, отойди! Куда он убежал? Отойди от меня нахрен! Они у меня в твоей руке! Не, я не пойду! Не пойду! Так. Че, выходить, да? Кто-то открыл дверь и убежал. Везде закрыто. О! Эй! Люди! Много голосов! Они следят за мной! Никакого сна! Дурак, что ли? Да подожди, я еще не подошел, что так пугать-то? Ха-ха! Че тебе надо? Че тебе надо? Ой, какой красивый! Эй! Тебе открыть надо, да? Не открывается. Они у меня в крови рвутся наружу, я чувствую. Сказал, что не тронет тебя. Он так сказал. Но когда котенка нет рядом... Понятно. Кто это? Наверное, один из людей отца Мартина. Возможно. Кажись, нервничает. Я бы его грохнул. О! Девчонки, не смотрите, далеки! Проводник просил не трогать его. Это не любезно. Только не здесь. А че без трусов-то? Пору. А когда убьем его? Сделаем это медленно. Хочу его изучить. Потри... Чувак, потряси его так. Ты-ды-ды-ды-ды. Давай. Давай. Ты-ды-ды-ды-ды. Ну. Ну че, блин? Будешь трясти? Давай, тряси. Ты-ды-ды. Не хочешь трясти. Так, девчонки не смотрели, наверное, надеюсь. Ну давайте, еще раз покажу. Эй, во, видишь? Во-во-во-во. Да, тряси так. Ту-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру-ру. Не хотят. О, еще один без трусов. Ты словно призрак увидал. Че? Че толкаешься, дурак что ли? Сейчас как пну под жопу-то, блин. Не доверяй. Они говорят, что все наука, но все не так. Не так. Они ждали нас прямо, прямо слишком здесь. Слишком много голосов. Было они следят за мной. Никакого сна. Они всегда были тут. Они у меня в крови рвутся наружу. Я чувствую. Кто они-то? Так, здесь тоже тупик, да? Пойдем по комнатам. О, дырка. Что за придурок-то? Твою же мать!
Какого хрена тебе надо? Тебя никто сюда не звал, долбанный извращенец. Чё? Нравится пялиться? Придурок! Больной! Иди нахер! Я чувствую! Дебил! Не спать! Место! Во, вышел! Эй, ты! Ну, где бухтит-то? О, блин, я опять сюда пришел. Слишком много голосов. Они следят за мной. Никакого сна. Из-за тебя оси не открывается. Понятно, я не понял. А это, наверное, другой корпус там был. Потому что там сломанный пол. Или тот же. Придурки-то те же. А, мы вон с той стороны были, во, вспомнил. Не спать! Место! Покой! Оставьте меня в покое! Слишком много голосов, они следят за мной. Никакого... А здесь эти писюны стоят! Я не дождался, пока я кончил. Я и для тебя оставил мумию. Только погоди. Так в космос, что ли, отправить? Блок А, блок Б, блин. Все, иди. О! Иди по краю. Давай, иди. Держись за стену. Дырка. Ой, целует стену, молодец, целует. О, документы. По-моему, придется... Да, вон даже нарисовано. Прыгай в дырку, говорит. Активация, ну. Вон выход. Выход. Дай мне подумать. Тихо. Тихо. Чё, блин? Веди себя тише.